Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванша Калпатарувасча Кипа Синдху Бхавач Атитананг Павуне Бхавашнавебхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайтикирим Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасач Снабхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудирет Шанкитане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракаса Неча Шадануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодварун Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас падам сева виринченутам сараньям Витаттихам панутопал бхават дипутам Банде Махапурушате чаранар виндам Ят пад паллавана качандамани чатай Биспуруджита кимапика павадуши вадарши Пурнану рагураса сагураса арумурти Сарадика мои кадан кипам кроси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Шанкиртанай капитару камала аютакшо. Вишамбаро дижабаро джугадхарма пало банде джагат приякаро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диппарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманиа Джата Калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прияманга мада апхарам Баранаси пурапати бхажави санатам Баги саджуша бадане Лакшмир яса ча вакшаши Ясястихиде самбихи Вам нишинга махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Кришна Киртана Ганана Тану Паро Пемам бидхам небо нидхи дхира дхира жана приопья каро нирмасаро пуджито си чайтанна кипа бхаро бхаво вара вахан тарко
Банде рупа санатано рогжуго, сиживаго палако. Ачарджа дхармам, паричарджа вишнум, вичарджа титхани, вичарджа ведану, винана гаурапи паду севанам, видади дуспаппо падам виданти. Ачарджа дхармам, паричарджа вишну, вичарджа тиртхани, вичарджа ведану, винана гаурапио паду севанам, видади дуспаппо падам виданти. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Jagadguru speaking. Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada говорит, что все говорят, что сегодня день ухода моего Гурупад Падмы Парамахамса Ачарьи Сисила Гаукишода Бабаджи Махараджа. Но я думаю, сегодня день явления моего Парамахамса Гурудева. Gaudiya Goshtipati Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. И вот Годи Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. Джагадгуру уже он говорит, что сегодня, все говорят, что сегодня день ухода Гауркишвара с Бабаджи Махараджа, моего Парамахамса Гурудева. But I think today is the appearance day of my Gurupad Padma. Но я думаю, что сегодня день его явления, Гурупад Падма, он вечно присутствует в вечной даме. Он проявляет такую лилу, иногда лилу явления или лилу ухода являет, но вечно он присутствует. When Gurupad Padma is going to disappear from this world, I find he is eternally there present. И когда я вижу, что Гуру Махарадж уходит физически из этого мира, то я наблюдаю, как он является в моем сердце, и я нахожу, что мой Гурупад Падма ушел с этого материального мира, но он явился внутри моего сердца навечно. И поэтому я думаю, что сегодня день явления моего Гурупад Падмы. Шрила Прабхупад говорит, полное отречение, олицетворение всей вайраги, всего отречения Шрилы Рагхунатдас Госвами Пада, оно его можно было наблюдать в жизни Гаурикишвара с Бабаджи Махараджа. Его полное отречение, весь его этикет, характер, идеализм, все можно было видеть в жизни. И вот отречение Шрилы Рагхунатдаса Госвами Пада можно было видеть в жизни моего Гурупад Падмы. В начале всего, Сила Сачидананда Бхактивинода Тхакур, Прабхупада speaking, by the order of Сила Сачидананда Бхактивинода Тхакур, when I first went to see the lotus feet of my Гурупад Падмы, когда я пошел, чтобы увидеть лотосные стопы моего Гурупад Падмы, то в этом случае, когда я поклонился его лотосным стопам, я удивился. I see from the lotus feet of Guru Padma, from the main nail. И вот я увидев, я увидел, что с того, где находятся ногти, с того места исходит какое-то сияние. Я был удивлен. Я был очень удивлен. Видите, это сияние, что это? Когда я хотел увидеть лотосные стопы моего Гурупад Падмы, когда поклонился и увидел его лотосные стопы, я увидел, сколько сияния, энергии теджа, могущества исходит с
лотосных стоп моего Гаупадпадмы, я был удивлен, кто он. Когда я хотел подойти к нему, вначале всего он хотел предупредить меня, он хотел сказать мне, что любое количество пандития, такого образования, учености, все, что ты имеешь, ты думаешь, что ты пандит. Ты думаешь, что ты происходишь из высокой семьи, и думаешь, что у тебя есть все, ты достиг всего, но ты должен отказаться от всего этого. И тогда ты можешь прийти ко мне. Но сначала ты должен отказаться от всей гордости, всем, что ты имеешь. Шрила Прабхупада говорит, я думал, так долго. Я думал, что мое образование, ученость и все остальное, то, что родился в высокой семье, занимал какое-то положение в обществе и по наставлению и предупреждению моего Гурупадпадмы, я почувствовал себя беспомощным, я понял, что у меня ничего нет. Гурупадпадма сказал, все, что у тебя есть. И вот Гурупадпадма предупредил, все, что у тебя есть, чем ты гордишься, то, что ты родился в какой-то высокой семье, в своей учености, все это бесполезно. For so long you are thinking it is what useful. Ты думал, что это как-то полезно, но все это на самом деле бесполезно. Ты должен отказаться от всего этого. И тогда со смирением приходи ко мне. Ишила Прабхупада говорит. Я был удивлен. Great Parshad of Gauranga. Prabhupada speaking, my Guru Padma, Paramahansa Acharya. Кришна Прабхупад говорит, мой Гуру Падма. He was the embodiment of Acharya, он был олицетворением смирения. Если кто-то хочет показать пример, посмотрите, например, Тринадапи, то можно не слушать, а просто не слушать какие-то лекции, а прийти посмотреть на Бабаджи Махараджа. И вот мой Гурупадпадма был полным олицетворением Тринадапи Бхава. По указанию Шрилы Бхактивинода Такура я пришел к нему просить его милости, но вначале всего он хотел отвергнуть меня, говорил, что у него нет времени. 18 раз он отказывал мне, не хотел давать посещение. Но после 18 раз я был вынужден сказать этому великому Махапурушу, спутнику Куши Читани Махапурушу, то, что вы поклоняетесь Бхагавану Шри Кришне, кто обманщик, поэтому вы хотите обмануть меня, такие же качества у вас появились, вам не нужно давать мне дикшу, я просто уйду и утоплюсь в Ганге. И вот я хотел утопиться в Ганге, но Бабаджи Махарадж позвал меня, сказал, что не нужно этого делать. After cheating for 18 times, he's going to give me kippa. Going to bestow me kippa. И после этого он даровал мне свою милость. И таким образом я достиг успеха в том, чтобы обрести милость у Бабаджи Махараджа. Люди думают, что саду — это что-то дешевое. Те, кто pass any remark about Guru Vaishnava. Говорят, что то Гуру Вайшнава. Without understanding Guru Tattva. Не понимая Гуру Таттвы. They are committing great offense at the Lord's feet. Они совершают оскорбление в адрес Гуру Падмы. Prabhupada speaking. Шрила Прабхупад говорит. To serve. Служить. A Paramahansa Guru Padma. Парамахамса Гуру Падме. To serve. My Paramahansa Guru Padma. Служить моему Парамахамса Гуру Падме. To serve my Guru Padma, Paramahansa Guru Padma,
Для этого я могу опуститься на любой уровень, чтобы служить моему Парамхамсу Гурупадме, чтобы служить Гурудеву, чтобы утвердить Сиддханту Гурудева. Я готов сокрушить все, что угодно. Я настолько горд, я настолько вдохновлен им. Чтобы исполнять указания Парамхамса Гурупадмы, я могу сделать все, что угодно. Я могу сокрушить любое препятствие на моем пути. Like mad crazy. Sometimes cloth is there, sometimes cloth is not there, totally naked, running, Radhe, 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 shouting, Gaur, Gaur. Someday I meet my Paramahansa Guru Padma in Sananda Sukhada Kunj, because sometime Srila Babaji Maharaj used to come to meet with Bhaktivinoda Thakur, to hear Harikatha from him. Однажды я встретил его в доме Бхактивинода Такура, поскольку Бабаджи Махарадж иногда приходил, чтобы слушать Харикатху Шрила Бхактивинода Такура. Иногда он жил в Раничаре, там на другом берегу реки, там совершал баджан на берегу Ганги. В какой-то простой бамбуковой хижине он просил подаяние, и иногда он пересекал реку, встречался с Шрилой Бхактивинодой Такуром, слушал Харикатху от него, не всегда, и иногда, поскольку я жил достаточно далеко. Однажды я встретился с ним, поклонился ему, и он дал мне некое сокровище. И Бабаджи Махарадж сказал, что хочет дать мне нечто. И что это? Что у него есть? И он дал мне какие-то камни, куски мрамора, какие-то раковины и скорлупу кокоса. И вот он сказал, что что-то даст мне, и дал мне это, и я был удивлен, что это. И тогда я думал, где он живет? На самом деле мой Гуру Падма, он не живет, не находится в этом материальном мире, он из трансцендентной Голоки. И он сказал, что даст мне какую-то собственность. Я взял голову, и это и был удивлен. Those are very valuable things. Это очень ценные вещи. We cannot understand. Мы не можем понять их значение. Very valuable thing. Они на самом деле очень ценны. I keep it very careful. И я сохранил это. Sometime he is singing иногда one song, воспевал and running road without road. Шел по дороге. Tomar kangal, tomai dake, radhe, вот, radhe. Воспевал такой киртан. It is a kirtan. Этот киртан, automatically speaking, not written by anybody. Он не написан кем-то, это автоматически. He is speaking by himself. Исходил из его сердца. Утаи радхе радхе, тумар кангал тумай раке радхе радхе. Running road like mad and singing and shedding tears. И вот он шел по дороге и плакал и пел этот киртан. Это мой Гуру Падма. Nobody can understand. Никто не может понять настроение Гуру Падмы. Какие-то пашанды, бессердечные люди, тантрики, хотели соревноваться с ним. Поскольку каждый любил, уважал Бабаджи Махараджа, и какие-то люди завидовали, хотели составить ему конкуренцию.
начинали совершать баджан рядом с его баджан-кутиром на показ. Приносили с собой череп, пили воду из этого черепа. И таким образом показывали народу, что они более отреченные, чем Бабаджи Махарадж, тот пьет из скорлупы кокосового, вот мы там из черепа человеческого. И вот такие люди пытались доказать, что они более отречены, чем Бабаджи Махарадж, что их отречение более велико. Иногда Бабаджи Махарадж брал одежду, которая оставалась от мертвецов в Индии. Тех, кто помирает, обычно заворачивают белую ткань и выкидывают в Гангу, либо сжигают. Вот Бабаджи Махарадж такую одежду брал и эту ткань брал и использовал. Камень может расколоться, видя вайрагью отречения Бабаджи Махараджа. Эта земля, она тоже может разойтись, расколоться, видя вайрагью моего Гуру Падпадмы. Шрила Прабхупад говорил так. Шрила Прабхупад говорил, что мне нет права говорить мой Гуру Падпадма. У меня нет права говорить так, я говорю, но у меня нет права говорить мой Гуру Падпадма, поскольку сколько я посвятил ему, сколько служения я совершил, я ничего не сделал. И поэтому у меня нет права говорить мой Гуру Падпадма. Это гордость, которую... И поэтому, простите меня, иногда Бабаджи Махарадж, он предлагал сырой рис, не вареный рис. Не пропаренный, в смысле, а такой, не пропаренный рис, не вареный, просто не пропаренный рис. И вот. Вот ему кто-то давал рис в качестве подаяния, и он замачивал этот рис в воде, не варил, а в уме предлагал Господу. Going to take that, you know, wet rice. I mean, after washing, offering with one green chili. With one green chili is taking prasad. This is my Guru Padma. И таким образом ел этот рис с одним чили. Не варил. И однажды Шрила Прабхупад говорил, Гуру Падпадма, однажды ему кто-то бхажана принес. Ну, такие баклажаны, которые как бы, ну, на рынке уже не продают, видно, червивые, и выкидывают. И вот кто-то ему принес эти баклажаны, тот их порезал, вымыл аккуратно, порезал, предложил Бхагавану с туласи. И начал есть. Не жареное, не вареное, а просто нарезанное. И когда Бабаджи Махарадж взял этот бринджил, so nice, tasty, it is not cooked. Green bengal, bringil coming into cart, wash into Ganga, offering to Gaur Nithai, and prasad. И вот он так ел иногда такие сырые баклажаны, восхищался их вкусом. Но не каждый может это поверить, даже поверить в такое. Когда мы чувствуем огромное влечение, как гопи, when you can feel tremendous attraction like gopi, мы сможем чувствовать огромное влечение, как гопи, тогда и только тогда такое, такая отреченность. И вот как может явиться только в том случае, когда у нас есть огромное влечение к Бхагавану Шри Кришне, нам мы потеряем вкус ко всему материальному. Мы почувствуем такое полное отречение. Then and only then this kind of bhajan possible.
только тогда, когда мы встретимся с теми, кто является подлинным Кришна Бхакти, то такое отречение может прийти к нам. Как гопи, они были привязаны только к Кришне, а все остальное было им безразлично, как в этой слоке говорится. It is not acting. Juga itam nimeshan Rupa Goswami is writing. Rupa Goswami Pada написал вот эту шлоку, то что обычные люди не могут даже поверить в это. А когда мы достигнем такого уровня, на котором находится гопи, то тогда даже часть секунды разлуки с Кришной, она будет подобна юге. Мы не сможем потерпеть даже такую малейшую разлуку с Кришной. Она будет для нас подобна тысячелетиям. Юга — это сколько? 432 тысячи лет. Это одна кали-юга, а другие, соответственно, кратно больше. I am separated from Govinda, I cannot live anymore. This kind of strong pain of separation. Гопи не чувствуют такого чувства разлуки, они не могут жить без Говинды. И когда мы обнаружим себя в бесконечном океане разлуки, разлуки с Кришной, то это очень благоприятно на пути бхаджана чувствовать такую разлуку с Кришной. Какие-то бессердечные тантрики пытались соревноваться с Бабаджи Махараджем в отречении. Бабаджи Махарадж ничего не делал. Anybody in the in society you can watch. И можно посмотреть, что в обществе кто пытается соревноваться с чистыми преданными в чем-то. They are going to start competition and they are going to, you know, fight with him with pure devotee. They can all lose everything, finish. Они вскоре теряют все. Попадают в какую-то тьму. Занимаются политикой. Почему мы говорим Парамахамса Ачарья Варья в адрес Гурчода Бхабхаджи Махараджа? Он, разве он Ачарья? Он не проповедует внешне. Почему? Его зовут лучшим из... Не просто лучшим из Парамахамс, а лучшим из лучших Парамахамс. Лучший среди лучших ачарьев. Хотя внешне не проповедует, даже на Запад не ездит, не Харикатхи говорит. Но его ачаран, его поведение, его характер, оно само по себе является проповедью. Шрила Бхактивинода Тхакур всю жизнь говорил Харикатху и... Но после принятия Парамахамса Веша, смотрите, сначала он принял Ванапрастху с Бхагаватима. И вот они вместе приняли Ванапрастху. Бхагаватима жила в Майпуре, а Бхактивинода Тхакур на Гандхарме. Он собирал Мадхукари и таким образом поддерживал свою жизнь. И какие-то деньги, пенсию он потратил на строительство Свананда Сукада Кунджи. In my life also meet with one man, very old man. He is speaking. My father used to get, в то время зарплата в рупиях была маленькая. Вот Махарадж рассказывает, знакомый какой-то работал на это британское правительство, получал 60 копеек, но этих 60 копеек можно было там накормить всю семью, еще много оставалось.
другой встречал тот две рупии получал во время британского правительства. Вот две рупии, с нашей точки зрения, не так много, но в то время две рупии большими деньгами были. Инфляция была не такая. Bhaktivinoda Thakur doing today bhajan here, Bhagavati Maha. Somebody, some idiot people, they are going to pass remark that the renunciation of Bhagavati Maharaj is more than Bhaktivinoda Thakur. They used to pass remark, idiot people. Bhaktivinoda Thakur, they used to say, no, they are idiot, they have no idea. They discover Bhagavati Maharaj is there in the Бабаджи Махарадж, если живет на, ну, просто на земле какой-то, а Бхактивинода Тхакура в каком-то Бхаджан-кутире, но внутреннее отречение, внутреннее чувство вайраги, оно едино. Харикатха is Харикатха. If it is real Харикатха, maybe Кешава Госвами is expressing Харикатха representation very heavy. And Bhavan Goswami Maharaj brings very slow. Как Харикатха на representation. Чистый вайшнав, подлинный садгуру, то она едина. Может быть, человек Кешава Госвами Махарадж говорит как-то грубо внешне, а Шридхарама Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж более смиренно, но опять же, не значит, что чья-то Харикатха больше, чья-то меньше. Нет, все отречение моего Гуру Падмана. Нет, лично от отречения Рагунатха Даса Гасая. Оно было найдено в жизни моего Гуру Падмы, полное такое отречение, полное вайраги. Однажды, когда Шрила Прабхупада совершал баджан в Майяпуре, где читание мать Враджа Патан, и там Шрила Прабхупада совершал баджан. Однажды вечером Шрила Прабхупада обнаружил, Бабаджи Махарадж пришел читание мать там. И Шрила Прабхупада удивился, как вы пришли. Один лес вокруг. Total jungle, forest. Одни джунгли. Bush, there is snake. Змеи всякие. Шакалы, волки, лисы. В то время джунгли тут были. Еще Прабхупад удивился, как он ночью пришел. Кто вас сюда привел? Вы, ну, Бабаджи Махарадж уже зрение было очень плохое, поэтому. Он был почти слеп в том возрасте, и Шрила Прабхупад удивился, кто вас сюда привел, кто помог вам в такое вечернее время переплыть Гангу. Бабаджи Махарадж ничего не ответил, просто засмеялся. И в этом ответ. Is not giving any reply. He's speaking, only laughing. Prabhupada could realize Gauranga Mahaprabhu. Шрила Прабхупада понял, что Гауранга Махапрабху как лодочник, он помог моему Гуру Падпадме пересечь реку. He is going to bring, otherwise he cannot see properly. Иначе как он мог сам дойти? Это достаточно далеко. Why are we going to say почему мы говорим, that Srila Gaur Kishore Babaji Maharaj is Paramahansa Acharya Varya? What is the reason? Gaur Kishore Das Babaji Maharaj is Paramahansa Acharya Varya. Какова причина? Я много раз говорил, что все Госвами, я начал с Gaur Kishore Das Goswami. И вот я начал с этой шлоки. Why? To prove. Госвами Пада, чтобы доказать, что наш Гуру Кишава Госвами Пад, он лучший из Госвами. Как Бхактивинода Тхакура является седьмым Госвами, так и Гуру Кишава Дас Бабаджи Махарадж, чтобы доказать, что все previous, you know, наши ачарьи, предыдущие ачарьи, шесть госвами, они не ездили на запад для проповеди. Санатан Госвами, ему не нужно было говорить Харикатху. Рупы Санатана, они слушали Харикатху от
Gopal, pan Raghunath Das, Raghunath Bhatta. Raghunath Bhatta. You know Raghunath Bhatta? Вы знаете, кто такой Рагунатх Бхатта среди шести госвами Бхатта Рагунатх? Рагунатх Бхатта. Рагунатх Бхатта. Гопал Бхатта Госвами. Рагунатх Бхатта. Гопал Бхатта и Рагунатх Бхатта Госвами. И вот Рагунатх. Он читал Бхагаватам очень сладко. Его голос, был очень прекрасен. И по указанию Рупы Санатана, он был сыном Тапан Мишри. Когда Махапрабху отправился в дом Тапан Мишри, в то время он встретился с ними. С Рагунатхом Бхаттой. Read Bhagavatam. И вот этот Рагунатх Бхатта читал Бхагаватам каждую шлоку. Он пел new tune. Различными способами. Very nice. And Rupa Sanatan, это было очень прекрасно, и Рупа Санатана, они сидели и слушали харикату. В Говинда Мандире, и там описывается, когда он говорил харикатху, Рупа Санатана сидели и слушали с закрытыми глазами. И Рагунатх Бхатта, он плакал, когда читал Бхагаватам. Это подлинное такое чтение Бхагаватам. Бхагаватам. Она не отлична от Бхагавана. Когда мы с такой гордостью заявляем, что будем читать Бхагаватам, давайте зовите слонов, гирлянды несите и прочее. Но так глупцы говорят. Весь стандарт, которому мы должны следовать, он, к сожалению, сейчас мало кто следует, и все это опустилось на такой уровень, что я хочу умереть. Мой стандарт тоже не столь высок, я не говорю, что... Но я, по крайней мере, пытаюсь поддерживать как-то стандарт Гурварги, если по их милости я смогу это сделать. So we are speaking Paramahamsa Acharya Bhagavad. И вот мы говорим Парамахамса Ачарьяваре Гоу-Кишорадас Бхагавати Махарадж. Много раз Шрила Прабхупада говорил, что ачарон, поведение, характер, этикет — это главное. Если мы сможем заявить, что кто-то, если говорит какие-то красивые лекции о ачарье, то это не так. Но есть такие ачарьи, которые внешне не говорят харикатхи, как Гоу-Кишорадас Бхагавати Махарадж, но сами его характер, его жизнь, она сама по себе, его поведение, характер, они являются олицетворением харикатхи. Вся его жизнь, она подобна харикатхе. Но не каждый может видеть. Если вы сможете прочесть жизнь Гоу-Кишорадас Бхагавати Махараджа, то увидите, что лучи из проповедников, его жизнь является олицетворением харикатхи. Она в его поведении. И если мы не слепы, blind, то тогда мы сможем увидеть, посмотрев на Бхабджи Махараджа и увидеть олицетворение всей харикатхи в нем. И Бхабджи Махарадж, он лучший из проповедников во всем мире. Его ачарон. Он является примером для нас, что такое ачарон. What is the explanation? Какое объяснение этому термину? What do you mean by ачарон? What do you mean? Ачарон значит огромная любовь к Кришне. Огромное желание служения Кришне, как кое испытывает в Враджаваси. И это есть ачарон. Если
3-4 раза в день принимать омовение в Ганге, то это нельзя сказать, что это ачаран. Больше глупость. А любить Кришну, служить Ему, хотеть служить непрерывно Кришне, это есть ачаран. И такой ачаран был 100% степени найден в жизни моего Парамахамса, Парам Гурудева, Шрила Гуркишвара Дас Бхакти Махараджа. We are proud. Мы горды. We are so proud. Мы очень горды, что мы из Гауди Матха. Глупые люди критикуют Гауди Матха. Можно видеть, что они сами себе ничего не представляют, а мы должны гордиться тем, что мы из великого Гауди Матха. И у нас такая величайшая парампара. Вот Гуркишвара Дас Бхакти Махарадж, он великий проповедник. К сожалению, не каждый может видеть, и поэтому время от времени мы слушаем наставления Бабаджи Махараджа. И ачаран, он, но его ачаран не харикатха, но подобно харикатхе. Я цитирую некоторые его слова в таком виде, в каком они есть, для вашего внимания, чтобы вы поняли. И вот Бабаджи Махарадж говорит, те, кто подлинные саду, чистые саду. И вот Бабаджи Махарадж говорит, те, кто чистые саду, те, кто говорят такую сильную харикатху, люди оставляют их. Но они не знают, они очень милостивы, что говорят такую харикатху, чтобы выгнать Майю из нашего сердца. Бабаджи Махарадж говорит, те чистые саду, гуру вайшнавы, те, которые говорят такую сильную харикатху, чтобы выгнать Майю из нашего сердца, кто-то думает, что они наши враги, но мы глупые. И какие-то люди не могут слушать такую харикатху, считают таких вайшнавов своими врагами. К сожалению, это часто происходит. Бабаджи Махарадж говорил об этом, что те, кто говорят такую сильную харикатху, благодаря и за свои милости, чтобы выгнать ведьму Майи из нашего сердца, то некоторые люди думают, что такие вайшнавы являются их врагами. И Бабаджи Махарадж говорит, однажды один человек пришел с Навадвипа. Откуда он пришел? Я пришел с Навадвипа. И Брама, и вот он сказал, что там на Навадвипе говорят какую-то харикатху, Брамагиту, но Бабаджи Махарадж сказал, не ходи туда. Как не ходить? Тысячи людей ходят, слушают. Иногда я тоже говорю. И что вот однажды какие-то проститутки, если танцуют, то тысячу людей слушают. А если Бхактина Такур говорит харикатху, то мало, несколько человек всего слушает. Если какая-то проститутка где-то танцует, то можно наблюдать тысячи тысячи этих зрителей. И также можно видеть, что какие-то лекторы, которые ведут себя таким недостойным образом, тоже иногда можно наблюдать множество слушателей. Но принять абсолютную харикатху далеко не каждый может. They have no friendship with absolute. У многих нету такой дружбы с абсолютом. Просто некоторые носят тулси малу, повторяют джапу.
носят вайшнавскую одежду, но связи с абсолютной истиной далеко не каждый может получить. И те, кто хотят избавиться от всякой связи с Гаудия Матхом, то Шрила Прабхупад говорит, что такие люди не просто потеряются вне зависимости от того, какое положение они когда-то занимали, они не смогут выжить на пути баджаны. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, то, что Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, его ачаран, он показывает ачарьятву. Он показывает такой идеализм. И однажды Горкишор Дас Бабаджи Махарадж приехал с в общем, постриг бороду во французском стиле и приехал с какой-то другой стороны реки. Бхакти он такого увидел, засмеялся. И Бабаджи Махарадж тоже засмеялся. Сейчас никто не будет обвинять меня. Very nice dhoti, dhoti, you know, dhoti. И он также одел какой-то dhoti in Punjabi. Dhoti in Punjabi. Curl, very nice. We sent here Babaji Maharaj curl. What is this? И вот Бабаджи Махарадж так необычно оделся. Now nobody can blame me if I speak with woman and sleep with woman. Nobody can sleep. No, it's very good. Then Bhaktivinoda Thakur realized it is for the teachings of those rascal people. Those in the name of sannyasi acharya, we all for them. И вот Бабаджи Махарадж сказал, что теперь я могу так общаться с женщинами, но в таком виде. Но Бхакти он так его понял, что Бабаджи Махарадж хотел дать урок таким образом. Но Бхакти он так его сразу понял, почему он так необычно одет и необычно подстрижен. И вот Бабаджи Махарадж сказал, что сейчас уже никто не будет обвинять меня, что я общаюсь с женщинами. Why should I pay, take paramahansa base, sannyas base and do all rubbish? Very cheap thing. Very cheap. То есть он имел в виду, что если люди принимают отреченную плат жизни, одежду саньяси или брамачари, то и вести себя должны соответствующим образом. Либо одеваться так в соответствии со своим положением. То есть, если они ведут образ жизни наслажденцев, то и одеваться должны в такую одежду, а не носить одежду саньяси или брамачари. Шрила Прабхупад сказал, однажды мы видели множество материалистических людей в Раничоре. Они вокруг Бабаджи Махараджа жили. Бабаджи Махарадж совершал баджана, тут какие-то люди вокруг. Шрила Прабхупад говорит, они хотели доказать, эти люди, не понимая настроения Бабаджи Махараджа, они сами приехали и начали жить вокруг Бабаджи Махараджа, чтобы доказать, что они близкие, дорогие ученики этого Бабаджи Махараджа. Хотя их цель была доказать публике, что они ученики Бабаджи Махараджа, причем ближайшие ученики, чтобы какую-то прибыль получить, то, чтобы прославиться так. И вот они выставляли себя как севаками, слугами этого Парамахамса Ачарьи. Internal sevak of this Babaji Maharaj. So that people can say, oh, he's serving this Paramahamsa. Okay, take the money. You can serve it. Yes. Baba speaking. И Шрила Прабхупад говорит. Out of 100%. Из 100%. Out of 100%. If not more. Если не больше, то 99,9 таких случаев в нашем обществе, к сожалению, происходит.
какова причина падения того, что люди хотят доказать, что я слуга моего Гурупад-Падману, внутренне они не служат, может, как-то внешне служат, но если бы не служили сердцем, то и такая же бава, такое же чувство, как у Гурудева, явилось бы в сердце, а не желание прославиться. Я могу множество примеров привести в нашем Гаудия обществе. Люди совершают вроде Гуру-севу, но вскоре падают. Иногда общество может понять, иногда нет. То есть некоторые скрыто падают, некоторые открыто. То есть внутри может человек упасть, это тоже еще хуже. И в большинстве случаев люди хотят служить Гурудеву, но сердцем не служат, а хотят какую-то, какую-то прибыль. Как получить, как после ухода Гурудева получить какую-то славу великих слуг Гурудева и подобное. Или хотят какую-то зарплату или пенсию, что совершают служение в надежде получить пенсию всю оставшуюся жизнь. Но такие люди, они как торговцы. Они не могут, прогрессировать на пути баджана, пока не оставят такое мировоззрение прибыли и убытков. Но еще такие люди пытаются выставлять из себя как каких-то святых. Но, это глупо все выглядит. И таким образом Бабаджи Махарадж, он дал нам пример с помощью своего ачаранного поведения. И вот ачаран Бабаджи Махараджа, огромная любовь к Кришне, склонность к служению Кришне, она подлинный признак, почему. И много раз такие наставления Бабаджи Махарадж давал, что не нужно куда-то ходить, там не говорят харикатху, а хотя люди возмущались, что как, ну, все слушают, некоторые люди катаются по полу в стазе, но Бабаджи Махарадж говорит, что это просто выражение их пассивного вожделения. Хотя внешне выглядит, как Брахмагиты читают, но внешне выглядит, как чтение Брахмагиты, но по факту все сплошь и вокруг пассивного вожделения. То есть люди не могут исполнить свои желания материальные и проецируют это на Кришну с Гопи. Get some support of their desire inside, dirty desire. Don't go there. И поэтому не нужно ходить и слушать туда, то место, где сидел лектор, нужно на 20 футов вырыть землю и выкинуть и заполнить свежей, чистой глиной с навозом и чистой глиной с гангис, смешанной с навозом, и таким образом очистить это оскверненное место. Там кто сидел, он не говорил харикатху. Хотя внешне кто-то говорит, что он читал Брахмагиту из Бхагаватам, но это далеко не так. Такой человек просто говорил деньги, 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 деньги. Слаще, чем мед. То есть это суть его лекции была. Хотя внешне кто-то может подумать, что читают Бхагаватам. И таким образом Бабаджи Махарадж дал нам урок. Иначе как бы могли понять? И вот Бабаджи Махарадж таким образом дал нам урок, что если вы пришли совершать Харибаджан, почему его не совершаете? Вы должны совершать Харибаджан, вы не можете обмануть вашего Гурупад-Падму. Шрила Прабхупад иногда говорил, что вы пообещали мне совершать Харибаджан, но почему не совершаете его? И поэтому я дал вам Харинам, почему вы не повторяете его? Бабаджи Махарадж, перед тем, как оставить свое тело, он дал наставление.
First of all, I like to clear the point. Сейчас я проясню это so все. So many people without understanding, Бабаджи Махараджа used to stay with. Так много людей без всякого понимания жили вокруг Бабаджи Махараджа с целью показать, что они близкие и дорогие спутники Бабаджи Махараджа. Но Бабаджи Махарадж, точнее Прабхупад говорил, что внешне Бабаджи Махарадж их не выгонял, ничего не выгонял никого. Внутри он никого не принимал. Людей, поскольку знал, что все они такие падшие личности, однажды ночью, может, в Экадаши или что такое, Бабаджи Махарадж спросил. Севак какой-то, он спросил, где ты, иди сюда. Он Антарьями, он знает все, что происходит, и вот его не было. И с утра, когда он встретился с Бабаджи Махараджем, тот спросил, где тот был ночью. Тот сказал, здесь я был. Вот здесь было. Я тебя искал, не было, не нашел нигде. И Бабаджи Махарадж, а это Севак разгневался, что просто из-за того, чтобы пойти пообщаться с женщиной, ты лжешь мне. Почему говоришь так? Мог сразу сказать, куда пошел Бабаджи Махарадж. Все равно Антарьями он видит, что в каждом сердце. Может сказать, что можешь не скрывать и иди куда хочешь. Зачем лгать мне? Тема о Бабаджи Махарадже, она бесконечная. Я хочу суть всего рассказать. Однажды он дал наставление какому-то. Нельзя сказать, что севаку, а просто ну, какой-то там человек рядом жил такой. Мнимые последователи. И вот он сказал, что когда Бабаджи Махарадж помрет, чтобы его привязали за ноги и протащили по земле, по всей Годоме. Но еще в Индии традиция есть, когда собака умирает, то ее привязывают за ноги и протаскивают по всей, ну, в общем, по всей округе и выкидывают куда-то. И вот Бабаджи Махарадж сказал, чтобы тут же его также связали за ноги и по всей даме протащили по земле, как мертвую собаку. И вот этот человек сказал, хорошо, так и сделаем. The great Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj. Time is very limited. Времени мало, еще нужно рассказать о великом Шриле Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа. И вот Шрила Прабхупада совершал Бхаджану Чайтанья Матхи в Раджапатане. И кто-то сообщил, что Бабаджи Махарадж умер вот сегодня. И вчера, точнее, это был Уттана Экадаши. И вот Шрила Прабхупада сразу собрался. Using one green color chadar. Green. It's a symbol of separation. Чадар взял, оделась зеленый чадар, это символ разлуки. Running with one и с одним севаком ехал сразу в Нагадруму. Сразу они достигли Нагадрумы. Нужно было взять самадхи для Бабаджи Махараджа. Когда он приехал, увидел кучу сахаджи. Каждый заявлял, что кто-то вообще тут, мы тут ближайшие ученики, а вы что тут делаете? Нет. В общем, спорили, в общем, кто из них ученик. Шрила Прабхупада приехал и заявил, что он единственный ученик своего Гурупад Падмы. Они тут начали возмущаться, а мы кто? Мы тоже ученики. Но Шрила Прабхупада сказал, что нет, я единственный ученик. В общем беспорядки почти начались, драка чуть не началась.
Тут полиция подъехала, чтобы там развалить ситуацию. И вот они посмотрели на Шрилу Прабхупаду, посмотрели на всех сахаджи. В то время честность была. Сейчас, кто больше взятки даст, тот то и прав. Вот. Они посмотрели на Шрилу Прабхупаду, спросили, что случилось. Actually, I'm the only disciple of this Paramahansa. Что он единственный ученик этого Парамахамса Бабаджи Махараджа, а эти люди собираются забрать тело моего Гуру Падпадмы. So you coming, okay. И то, что вы пришли, это хорошо. Then they are fighting with police. И вот начали с полицией переполка началась, начали доказывать, что они ученики. Этот полицейский спросил, а как мы поймем, кто, что вы ученик? А Шрила Прабхупада сказал, можно попросить их прикоснуться к теле, к телу Бабаджи Махараджа, к его святому телу и поклясться, что в течение года они не общались с женщинами, не занимались всякой ерундой. И никого не нашлось. Шрила Прабхупада сказал, ну хотя бы месяц, что с женщинами не общался. Пускай они прикоснутся к телу, к святому телу Бабаджи Махараджи, поклянутся. Тоже не нашлось хотя бы неделю, кто ерундой не занимался. Тоже никого не началось. Потом, хорошо, хотя бы кто вчера, по крайней мере, не общался с женщинами, может ли такой найти и доказать свою чистоту перед Бабаджи Махараджем. Тоже никого не нашлось. Baba speaking, I can believe them. There is no evidence, but I can believe them. Шрила Прабхупада говорит, что доказывать не надо, просто на слово поверим. И, в общем, даже таких не нашлось, кто бы даже... И вот этот полицейский был удивлен могуществом Шрилы Прабхупады. Он был подобен солнцу. Вот абсолютная истина, это абсолютная истина, нельзя идти ни на какие компромиссы, ни в каких случаях. И тогда какой-то сахаджи начали говорить, что оставляя тело, Бабаджи Махарадж завещал мне, чтобы его связали за ноги и протащили по всей Навадвипе Гадруме. Что? Что вы несете? Шрила Прабхупада сказал. Мой Гуру Падпадма, Шрила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж. Гаур Кишор, его сам Гаур Кишор, сам Махапрабху хотел взять на руки. Он Парамахамса Шрештха. Он, сам Махапрабху хотел взять его как Харидас Такура. Во время его церемонии самадхи Бабаджи Махарадж из-за своего смирения, из-за величайшего смирения сказал так. Но это не значит, что нужно связать его за ноги и потащить по всей Навадвипе. Это глупо, если сам Гуранга Махапрабху Бхагаван хочет взять его святое тело. И танцевать с ним. А вы, глупцы, хотите сделать такое? Ссылаясь на его наставление, это глупо. Это было просто выражал смирение таким образом. У нас столько ложного эго. И Бабаджи Махарадж просто хотел дать нам такой урок. И это зовется Шрила Прабхупад, лучший из Парамахамса Гаур-Кишор-дас Бабаджи Махарадж. Мы очень удачливы, что у нас есть возможность обсуждать столь важное учение. Его жизнь, оно является примером учения для нас. Мой Гуру Падпадма, Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. Лучший из Парамахамс, я вечно благодарен ему. Бхарати Махараджа и его Гурудеву. Я не могу отплатить им за большинство моей жизни в статусе брамачари. Я жил
Калькутском матхе, основанном Шрилой Бхактивиданта Мадхугаса Махарадж Заил Прасад Слива Матха или по милости вот также Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа. Я большинство времени проводил там. И этот Махаджан, я горд, горжусь, что такой великий спутник Гуранги. Сегодня день его явления, сегодня день ухода Гуранги Шардас Бхагавати Махараджа, день явления этого Махапуруши. Но я думаю, что явление Гуранги Шардас Бхагавати Махараджа, явление Шрилы Бхактивиданта Мадхва Госвами Махараджа. Кто-то может заявить, что мой Гуру Пад Падма, это Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Почему я говорю, что Шрила Бхактивиданта Мадхва Госвами Махарадж? Но я говорю правду. Я не говорю никакой лжи. Мой Гуру Пад Падма, Шрила Бхактивиданта Мадхва Госвами Махарадж. Кто-то может доказать обратное, что я не ученик. Я также ученик Шрилы Бхакти Праген Кешава Госвами Махараджа. И никто не может доказать обратного. Он также мой Гуру Пад Падма. И когда я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам моего Гуру Пад Падмы, то тогда я чувствую, я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Бхактивиданта Мадхва Госвами Махараджа. И сегодня, когда я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам моего Гуру Пад Падмы Шрилы Бхактивиданта Мадхва Госвами Махараджа. Сегодня я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам моего Гуру Пад Падмы Парамхамса Ачарья Шрилы Бхактивиданта Мадхва Госвами Махараджа. И эти Пушпанджали автоматически достигают лотосных стоп Шрилы Прабхупады. И я предлагаю Пушпанджали Шрилы Бхактивиданта Мадхва Госвами Махараджа с такими мыслями, что Гуру Таттва, она неделимая Таттва. Я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Шрилы Бхактивиданта Мадхва Госвами Махараджа. Эти Пушпанджали, несомненно, достигнут лотосных стоп моего Гуру Пад Падмы. И это моя Гуру Таттва. Среди всех Гуру Варги. Он имел особое положение. Among all Guru Varga, he has some unique position, special position. Однажды Шрила Прабхупад позвал всех своих учеников. Шрила Прабхупад называл их Гуру Варга, никогда не называл учениками. И вот все ученики Шрилы Прабхупады собрались, и он спросил, какое служение вы хотите, и какое служение вам по душе? Он спросил каждого. Кто-то сказал им по душе делать то или иное. И когда очередь дошла до Бхактивиданта Мадхва Госвами Махараджа, Хайагрив Брамачари, Хайагрив Брамачари сказал, любое служение, которое вы мне дадите, я с радостью буду исполнять его. Мне нравится любая сева, которую вы даете, любое служение, я готов исполнять. И однажды Шрила Бхактивиданта Мадхва Госвами Махарадж приехал из Южной Индии, два дня в поезде ехал, и Шрила Прабхупад в тот же день поручил ему еще куда-то ехать, и тут сразу же поехал. И Шрила Прабхупад называл его вулканом энергии. О, Шрила Бхактивиданта Мадхва Госвами Махараджа, Шрила Прабхупад говорил. Хайагрив Брамачари, он буквально подобен вулканической энергии. И такой энергии, как у Шрилы Бхактивиданта Мадхва Госвами Махараджа, больше никого не было такого огромного количества энергии. Я как-то в дальнейшем буду говорить об этом. Любое важное служение, Шрила Прабхупад, он давал наставление. Поскольку Шрила Прабхупад знает, что если он поручит ему что-то, то тот, несомненно,
с успехом исполнит все поручения. Однажды его отправили в Южную Индию, чтобы открыть проповеднический центр Мат. Причем было в таком месте, где даже Шридхара Махарадж и все остальные не смогли ничего сделать. Они сказали, что нам надоело, бесполезно там что-то делать в Южной Индии. Там одни майявади. И если не майявади, то... Ну, в общем, тоже ничего хорошего. Одна там майявада. В Панджабе майявади в большинстве случаев, а в Южной Индии там еще Рамануджачари, Мадхавачари, Сампрадая есть. Тогда наши братья-боги, они, его братья-боги, они сомневались, что в Южной Индии, в Мадрасе, там столько они пытались все без толку что-либо делать. И Хайгри Брамачари сказал, что особого усилий не прилагали, и все были удивлены. Как мы тут уже пытались что-то делать, проповедовать, но без толку вся, вы говорите, что мало пытались. И вот Сиддхартха Госвами Махарадж был удивлен видеть и слышать. И вот он был удивлен, видя такое терпение силы Мадхава Госвами Махараджа, сколько он мог страдать ради чего-то. И вот он сказал, как будто мы мало усилий прилагали. И Шрила Сиддхартха Махарадж был очень удивлен, видя терпение Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. И вот как Махапрабху говорит, я хочу в своей речи. И вот эту важную тему я как-то в дальнейшем обсужу. И Махапрабху говорит, только Рай Рамананда. Махапрабху говорит, только у Рай Рамананда есть такие качества, которые может находиться с женщинами, одевать их, кормить, массаж делать, омывать, и не иметь никакого возделения абсолютно к ним. Только Рай Рамананда может иметь такие качества, потому что он находится в трансцендентном теле. Мой возлюбленный Рамананда Рай, я подобен. И Сиддхартха Госвами Махарадж, он так сказал, что единственный среди всех моих братьев Боги, но только Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж может так делать. Мадхава Госвами Махарадж, он Мадхава Госвами Махарадж, его нельзя сравнивать с кем-то, он несравненный и бесподобный. Ачарья Дхармам, Паричарья Вишну, Бичарья Тиртхани, Бичарджо Бедан, Бичарджо Бедан, Бинана Гоуру Пирио Падо Севанам, Бедади Дуспрапа Падам Беданти, Ванча Калпаду Русаке Пасин, Патитанан Павунапо. Run, quickly. Try to hear with full attention. You can come out successfully in your life. Слушать с неотрывным вниманием, мы достигнем успеха в нашей жизни, где бы мы ни находились, в России, Германии, еще где-то, я обещаю вам, если слушаете и примите, то достигнете успеха. Это не мое обещание. И не гневайтесь, если я говорю как-то жестко.